Вы не вправе участвовать в закупке, я же вашу душу. Нет, я не дома, я здесь, я тут хозяин. Хозяин дома. Да. Мы не имеем права присутствовать. Вы придете сесть, Петр Николаевич, мы перейдем в другое помещение. Переходите в другое помещение. Не, он прав. Подождите, пожалуйста. Юрист должен, Выйди вот сюда. Не выйду. Выйди, пожалуйста. Не выйду. Выйди. Не выйду. Я вызову полицию. Зови. Зови. Выйди вот сюда. Не выйду. Комиссия, мы не имеем полное право все участвовать. Выйди. Я к вам домой пришел. Мы не начнем. Я вам домой пришел. Пожалуйста, если я нарушил ваши права. Нарушили вы права. Погодите на меня. Вы скрываете комиссию. Вы скрываете. Да. Вот и все. Лоббируйте и собственные интересы. Пожалуйста, встаньте сюда. Все, я сказал, пригласите сюда юриста примарии, а не городского совета. Выйдите вот сюда. Выйдите, пожалуйста. Я к вам домой пришел. Вы не член комиссии. Здесь заседание. А вы что, член? Я член. Да? Председатель комиссии. Ну тогда раз член, оставайся здесь. Давай. Все поняли, что он член? Подойдем, подойдем. Дорогие, я извиняюсь, до заседания. Иван Михайлович, я вас попрошу. Я первый выступлю, ни одного слова больше. Если по поводу вашего обращения, пожалуйста. Я вас попрошу, да. Ваше обращение оставить при себе. Да. Значит, комиссии, я, как председатель комиссии, отвечаю за свои полномочия и за свои действия, и члены комиссии отвечают за себя каждый. Поэтому вы в зале присутствуете. А мы что тут вообще, не пришли, что ли? И вас не мешай, не мешай, все. Есть у советника обращение. Я еще раз, вы советник даже в сессии. Сегодня мы работаем, члены комиссии есть, председатель комиссии есть. Вы, пожалуйста... А что вы тогда на сессию приходите со своими опросами? Может, мы вас тоже не пустим? Я хотел бы, чтобы вы проголосовали. Успокойтесь. По поводу присутствия Петра Николаевича Гудова на заседании этой комиссии. Пожалуйста, я хочу проголосовать. Кто за то, чтобы он остался здесь в зале? Кто против? Петр Николаевич. Освободите, пожалуйста, зал, потому что комиссия проголосовала за... А Татьяна не член комиссии? Она не член комиссии. Она не имеет права голосовать. Она член комиссии. Нет. Да. Нет, не член комиссии. Нет. Нет. Вот и все. Да. Член комиссии распоряжения прямого есть, поэтому, пожалуйста, нет, вам нет, я определяю. Петр Николаевич, пожалуйста, комиссия проголосовала, чтобы не мешали работе. Есть, я мешать не буду, давай и работаем. Пожалуйста, вы... Не буду выходить, ты меня уже достал, успокойся, иди работаем. Не мешайте, комиссия пока не... Ну и что? Ничего, я пригласил сейчас на полицию. Ну и что, иди зови, что ты меня пугаешь? Я не пугаю. Ну вот успокойся, иди работай. Лоббируй свои интересы, все, вперед. Я извиняюсь перед всеми участниками и перед присутствующими. Мы задержим начало работы комиссии до прибытия полицейского.